Здравствуйте, дорогие друзья. Новости с кабалистом Михаилом Лайтманом. Здравствуйте. Добрый день. Вот сегодня мы сталкиваемся с возрождающейся реваншистской Россией и усиливающимся Китаем. Объявили в Министерстве безопасности Америки. Они очень обеспокоены этим и говорят, что в ближайшие 25 лет ждите больших конфликтов. Да. Пока Америка одна, то все ничего. А если кто-то еще, конечно, будет беда. Не, ну это такие как два... же она может позволить, чтобы кроме нее был еще кто-то? Вот она этого не хочет позволить. Ну, конечно, Россия, Китай – это такие страны, которые ни в коем случае не хотят быть вассалами Америки, когда они должны будут слепо выполнять все, что нужно американцам. Ну, это война. Если бы, ты понимаешь, эта страна же не показывает, что она думает о других, что она развивает других. Она делает все очень-очень конкретно, только лишь для себя, причем узконаправленно для себя, для своей политико-экономической элиты. Вот именно в таком случае будет огромная война. Потому что оружия в мире предостаточно, террористов полно, это если Америка самоубийц, будет, да? Самоубийц готовых тоже сколько хочешь. И тогда Америке не поздоровится. Именно когда будет нормальное взаимодействие всех вооруженных, нормальных, так сказать, стран, эгоистических, но они будут понимать, как себя вести, между собой правильно работать, тогда будет хорошо. То есть в интересах Америки что? В интересах Америки, чтобы были сильная Россия, Китай, Европа, Индия, Южная Америка. Такие крупные, богатые, серьезные, сильные потенциальные враги. Потенциальные враги, но друзья. Это интересно. Вот, а мир, если он эгоистический, он может держаться только так. На страхе. Да.